Свій до свого по своє. Мер Львова Андрій Садовий – мастер рокировок. После того, как депутаты проголосовали за отставку замглавы облсовета от фракции «Самопомощь», эту должность во Львовском областном совете занял кум градоначальника. За ходом сессии наблюдала Галина Якушка. На внеочередную сессию депутаты Львовского облсовета собрались для обсуждения мусорного вопроса, но начали с вопроса кадрового. Потребовали, чтобы замглавы облсовета, депутат от фракции «Самопомощь» Парасковія Дворянин отчиталась о своей работе. Вперше на позачерговій сессии розглядають звіт першого заступника. Вперше перший заступник звітує після звіту голови обласної ради. Впрочем, слушали Дворянин без внимания, перебивали. То я попрошу ще трошки часу. Сразу после отчета депутаты проголосовали за отставку Дворянин. В облсовете она курировала работу нескольких депутатских комиссий. Как ее товарищи по партии, Дворянин уверена, ее отставка – это политический заказ. Дескать, так давят на Андрія Садового. Фракція «Самопоміч» не може голосувати в унісон з БПП за корупціогенні рішення. І цього ніколи не буде. И мне сказали, что я змушена поплатиться за позицию фракции. Но новым заместителем главы облсовета назначают Андрея Белоуса. Местные активисты рассказывают, такое решение – это результат хитрой политической игры Садового. Ведь Белоус не просто депутат, он близкий друг львовского градоначальника и даже его кум. Он был хрестным татом, вернее, є хрестным татом в дитини Андрія Белоуса. Он будет мати какие-то впливы за Андрія Івановича, ну, тобто відстоювати позицію Андрія Івановича. Но депутаты, похоже, о кумовских связях не знают и вспоминают, зачем собрались. Переходят к обсуждению проблемы с отходами. Мусорные баки на городских улицах снова переполнены. Отходы не вывозят с понедельника. Если мы не будем дальше что-то делать, то у нас будет проблема, и очень серьезная проблема. У нас идет потепление. І ви бачите, які можуть бути наслідки. Це і горіння, можливе розпліднення гризунів, і за собою тягне шкідливі речовини, запахи. І в очередной раз резюмировав, що відходи самі нікуди не щезнуть, а з кожним днем ситуація все ухудшається, депутати просять мера розробити схему санітарної чистки Львова від мусора. Контроль за її виконанням возлагають на того ж Андрія Белоуса. Он по совместительству возглавляє комітет по екології в Львовському обласному совєті. А що стосується Парасковії Дворянин, то, як нам удалось узнать, без работы она не останется. Ее планируют назначить заместителем львовского мэра по гуманитарным вопросам. Галина Якушка, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.